вы видите, что участники у нас уже выходят. На велосипедный сегмент достаточно скоротечно проходит дистанция 2 километра бегом. Ну, хорошие атлеты преодолевают порядка 7-8 минут, я бы сказал, эту дистанцию. Все остальные плюс-минус 2-3 минуты, но тем не менее уже идет вопрос переодевания. Спортсмены меняют беговую обувь на велосипед. Обязательно наличие велосменов. Обязательно, конечно, вся техника просматривается, никто не выходит из транзитной зоны. Обязательно пересечь вот эту красную линию, чтобы участник сел на велосипед, он только после нее отличается по шахту. Ну, конечно, мороз вносит свои коррективы, безусловно. И очень проблематично одевать обувь, и лыжную обувь, я бы сказал, солковые варианты ботинок. Пальцы где-то деревенеют, кончики пальцев, и участникам, конечно, очень тяжело. 10-12 градусов приемлемая температура, хорошая. Ну, молодежь, вы видите, да, в тяжелых условиях закаляется. И чувство азарта, так сразу, чувство у кого-то может быть победы, вызывает дополнительный всплеск адреналина в кровь, и это им помогает действительно чувствовать себя в разогретом состоянии, но... Скажем так, что готовый участник, ему можно стартовать даже и в спортивных трусах, элитным спортсменам. Они себя настолько уверенно чувствуют, что погода холодная им вообще по барабану иногда бывает. Такое выражение есть, да. Так, куда мы побежали, куда?